Если мы говорим о заездах на ближайшие даты и о сегменте организованного туризма, то, безусловно, есть снижение спроса определенное, то есть перераспределение потоков не произошло, и люди, которые передумали ехать за границу, они не направились на наши курорты. Это если говорить о ближайших датах. И, как я уже говорила, бронирование на летний сезон, они тоже пока притормозились. То есть пока можно сказать, что влияние скорее негативное, но не ужасное. То есть это не резкое снижение спроса, это не резкое падение. А потом надо учитывать, что доля организованного туризма на курортах Кавказа, она очень маленькая, она порядка 15%. Основной поток все-таки самостоятельный. Что происходит с самостоятельным потоком, мы не можем оценить, у нас нет для этого инструментария. Майские праздники не очень хорошо продаются пока, потому что люди большей частью выжидают. Информационное поле играет ключевую роль в данной ситуации, просто ключевую. То есть как, все зависит от того, какое будет у нас информационное поле. Много времени на восстановление не понадобится, потому что люди все равно хотят ездить отдыхать, несмотря ни на что.